Всем привет! Обожаю начинать прямые эфиры, потому что я говорю всем привет, но никого еще нет. А что, сегодня никто не придет, да? Ой, здравствуйте, всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, Ксения. Всем здравствуйте. Приветик, приветик. Всем привет. Привет. Привет, Оля. Здравствуйте, Татьяна. Всем здравствуйте. Добрый вечер. Согласна, уже вечер. Я, кстати, еще не могу. Диана, здравствуйте. Всем привет. Лена, здравствуйте. Еще не могу никак прийти в себя, потому что только прилетели из Греции. И вот я еще где-то там, я не знаю, на бухте где-то что-то делаю. Спасибо, Татьяна, за комплимент. Спасибо огромное. Здравствуйте, здравствуйте. Греция, Ксения, потрясающая. Вообще замечательная страна. Я же не первый раз в Греции, поэтому я вот как-то второй раз влюбилась. Так, ну я думаю, что вы знаете... В Грецию, в смысле. Я думаю, вы знаете, по какому поводу мы собрались, да? Я, как всегда, дарю подарочки. Подарочки, подарочки. Вот, и помните, да, вот такая вот масочка звездная. Кому-то сейчас отправится. Всем привет. Привет. Всем привет, привет. Яна, привет. Да, здравствуйте. Давайте немножко еще сейчас соберем людей. Так, здравствуйте, здравствуйте. Привет. Привет, всем привет. Так, ну смотрите, давайте, может быть... Спасибо огромное за комплимент. Я немножко уставшая. Здравствуйте, здравствуйте. И поэтому я бы, наверное, все-таки хотела кого-то порадовать прекрасной такой масочкой и, наверное, чуть-чуть отдохнуть. Поэтому я думаю, вы меня поймете, правда? Да. Ну, Владимир, вы мужчина. Мужчине, кстати, возможно, эта маска тоже. Но если вы выполнили все условия моего маленького розыгрыша, то почему нет? А, вы любите мои болтушки, да, Алена, да? Я могу болтать, да, я умею. Ой, на самом деле такая, знаете, еще, может, какая-то акклиматизация идет, такое полуразбитое состояние. Оля, брат, привет! Привет, Ася, привет, очень тебя рада видеть и слышать. Привет, привет. Надо, ты помнишь, да, как бы, мы можем работать. Да, уже дома, да, Настя, уже дома. Ну что, давайте потихонечку тогда разыграем. Ева потрясающая. Так, я сейчас переведу. Я ввела вот ссылку на этот пост, и давайте... Оп. Круто, очень круто в Греции. Сейчас быстренько. Там комментариев не сильно много, там сколько? 571 штучка, что тоже очень неплохо. Так, и сейчас мы узнаем, кому же отправится эта звездная маска. Помните, вы просто написали, что вам больше всего нравится делать. Так. Сейчас. Ангелина, больше всего на свете я люблю обниматься и болтать на немецком. О, круто. Так, знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас проверю, соблюла ли Ангелина все условия. И так, ну, то есть она должна была, ну, написать то, что она больше всего любит, и пролайкать 8 моих постов. Все просто. А, так, привет, привет. Я проверю и сразу скажу, девушка получает эту маску или нет. Так. Всем привет, привет. А, так, Марго говорит, посмотрела на вас, а теперь тоже планирую в Грецию. Ой, ну потрясающий климат, я серьезно, мне показалось, я как будто какая-то... Вот раньше, когда была чуть моложе, я не реагировала на климат. Сейчас мне кажется, что климат — это так важно, особенно для детей. Вот дышится легко, знаете, вот бывает в каких-то странах, там нос закладывает еще.
хорошо, вот прям вот, ну, вот мягкий климат, это очень хорошо. Наверное, я бы смогла жить в Греции, но это не точно. Так. Всем здравствуйте. Сейчас мы проверим девочку, которая любит разговаривать и болтать на немецком. Я, кстати, помню ее комментарий, и я спросила, почему именно на немецком. Так, сейчас, секундочку. К сожалению, не вот, по-моему, не все условия проверили, по-моему, не все условия девушка выполнила. Не все лайки на постах стоят, поэтому мы сейчас переиграем с вами. Просто, ну, мы делаем честно, да, поэтому посмотрели, и очень легко проверить. Ты, ну, заходишь на пост, вводишь имя, мне просто помогают, и поэтому, соответственно, это можно все быстро сделать в прямом эфире. Вводишь, ну, как бы, ник человека под постом, под фотографией, и сразу видно, сколько лайков, точнее, не сколько лайков, лайкнул ли он этот пост. Поэтому, к сожалению, на немецком хорошо разговаривать, но вот видите, надо все-таки, чтобы было честно, надо выполнять все условия. Поэтому сейчас еще переиграем. Да, есть шанс, конечно, конечно. Так. Так. Снова давайте. Сейчас. Так, так, так. Так. Сейчас мы переиграем все, посмотрим. И опять же проверим человека, выполнил ли он все условия. Да, 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 Дина, я уже вернулась из Греции. Да, да, да. Да, вода, Мария пишет, вода чистая, там, где мы отдыхали, мы были на дне, даже видны морские, да, мы тоже плавали, вообще чистейшая вода. Обязательно, Евгения, слетайте. Так, у нас... Так, девушка исправила, я так понимаю. Сейчас проверим. Сейчас проверим, потому что там попалось исправленное сообщение. Так я понимаю, что человек писал какое-то сообщение, сделал, ну, то есть, что ему больше всего нравится делать, сделал какую-то ошибку и просто исправил. Поэтому, ну, сейчас посмотрим, что можно сделать. Пока... Поэтому я думаю, что мы сейчас тоже проверим, посмотрим, может быть, тоже будем переигрывать. Ну, просто хочется, чтобы был комментарий, были выполнены все условия, и все просто, чисто. Кстати, вчера писали мне девочки, которые ходили, девочка, точнее, которых одна из пяти победителей, которые ходили уже на массаж в его, и ходили на ужин с мужем. Виктория ходила на ужин с мужем «Золотой гребешок». Ребята прислали мне в директ сообщение о том, что это было потрясающее видеосообщение, мне было невероятно приятно, вот что вот так, такие они умнички сходили еще и прислали свои отзывы об этом. Так, сейчас я почитаю еще. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо огромное за добрые слова. Все, кто хотел слетать в Грецию и как-то сомневался, вообще вот прям искренне могу вам сказать, не сомневайтесь. Первый раз я была в Греции в 2012 году, и прям... Ой, какие вы все... Здравствуйте, здравствуйте. Так, Прага Л, да, я так понимаю, я, к сожалению, не знаю вашего имени. Патриот ли я своей страны? Да, я... мне нравится. Сейчас, секундочку. Да, девушка лайкнула. Сейчас я покажу, секундочку. Покажу. Вот, это наша победительница. Девушка, проверили, девушка лайкнула все фотографии, написала комментарий. Поэтому я сейчас вот с этой вот девушкой свяжусь, и она получает маску. Так что у нас с вами есть победитель.
Так, сейчас посмотрим. Да, вот только что показала. Проверили девушку, потому что нужно было, ну, выполнить определенные условия. Предыдущая девушка, к сожалению, не выполнила. Соответственно, ну, понимаете, да, должно быть все честно. Есть условия, и я думаю, что если кто-то думал, что невозможно проверить, мы нашли, как проверить. Спасибо огромное, вот Евгения, вот я обожаю, когда кто-то выигрывает, да, а другие девочки поздравляют, потому что я думаю, это важно. Ждете уже следующий, Ксюша, розыгрыш? Ну, я думаю, что что-нибудь интересное я придумаю. Вы же понимаете, что ну, их не может быть очень много, потому что это надо что-то полезное. Всегда за какие-то полезности. Когда будет еще розыгрыш? Я думаю, что я в своем аккаунте об этом сообщу. Так. Сейчас я вот это дом мой. Не в Греции, я прилетела уже. Так. Спасибо огромное. Я вот просто немножко уставшая. Акклиматизация, соответственно, я такая... Голова квадратная еще. Так что вот, такая масочка, миксит, отправляется наша победительница. Я с ней свяжусь и сниму сторис, что именно эта девушка выиграла. Спасибо вам большое. Давайте, знаете, на тему, какой самый... Сейчас отвечу на последний вопрос, и тогда... так, сейчас, ой, сколько пошло вопросов. Самое любимое место в Минске, я не знаю, вот мне как-то... В целом все очень нравится. Так, давайте я вам про Грецию, наверное, расскажу в следующем прямом эфире. Хорошо, я немножко отдохну, немножко приду в себя после перелета такого достаточно, знаете, когда не поспишь, там ничего не сделаешь, потом еще работа. Ну, в общем, вы понимаете. Так. Спасибо вам огромное, спасибо за добрые слова и комплименты. Вот все вижу. Ну, немножко уставшая, естественно, конечно, всегда есть момент волнения. Спасибо вам большое. Вот, масочка уходит победительница. И увидимся скоро. Я думаю, что вот, ну, если не завтра... постараюсь выйти завтра, рассказать про Грецию, потому что послезавтра я уже улетаю в другую страну. Тоже об этом вам расскажу. Тоже будет очень интересно, я думаю. Все. Пока-пока. Спасибо огромное. Хорошего вам всем вечера. Пока-пока.